Всем здорово, пацаны! Как на связи с вами Колян. И сегодня, как говорится, будем разговаривать. Короче, купил я новый телефон. Поздравьте меня. Скоро будут новые видосы, потому что тот у меня старый телефон перестал нормально монтировать. Да, все-таки телефон уже старенький, 8, а и уже так уже не очень хорошо он монтирует видео. Мне не понравилось, что он уже лагает, глючит, просто экспортируешь видео, там в дерьмовом качестве, вы сами видели, посмотрите видосы мои новые, да, последний там Industrial Craft вообще дерьмо, блядь, сделал, короче, я купил новый телефон Honor 9X, сейчас я на него снимаю, вот, как вы камера оцените, вот, лучше камера, на самом деле, я проверил, потому что, ну, блядь, как бы больше нечего-то и сказать. Ну, намного лучше, чем у того телефона. Извините. Во-первых, тут две камеры. Широкоугольная камера. Во-вторых, тут и фронталка есть, и нормальная. И все, как бы, фронталка, он выдвигается. Если захочешь переключить, она выдвинется. Ладно. Обзор на мой телефон потом уже. Вот, а сейчас, как сказать, ребята, скоро новые видосы, короче, даже не знаю, что вам сказать, ребят, потому что, блядь, ну, качество просто дерьмо, блин, на тот телефон я просто вот брал, монтировал просто, и у меня получается настолько хуже, блядь, это пиздец, одни пиксели просто, ребят, я просто не знаю, что сказать, скоро новые видео, короче, про майны, про танки тоже будут, скоро, кстати, новое выживание будет, я там... Пока скоро выйдет видос про Майнкрафт, да, там, Industrial Craft, все остальное скоро увидите, что у меня там, сколько я всего, да, сделал, вот, и увидите все, как бы, такое вот. Да ладно, ладно, ребят, короче, много чего будет интересного, а сейчас не об этом. Что вы хотите видеть в этом году, точнее в этом и в следующем, наверное, 22-м у меня на канале, потому что, ну, пишите комментарии, как бы, что-то активности вообще, ребят, нету. Что вы хотите видеть, танки либо Майнкрафт, потому что я это только снимаю, и что вы хотите вот именно из этих двух видосов видеть, потому что если Майн, то я с модами снимаю, и какую сборку вы хотите, потому что сейчас я эту доснимаю, сборку. Может быть, танки будут, хотите, либо там, либо пишите техномагическое, либо индустриальное. Но я сразу говорю, техномагическую я проходить не буду. Пишите, какую сборку именно пройти, там, индустриальную, там, да. Например, это от каких-нибудь блогеров, я не знаю, индустриальную сборку, либо от каких-нибудь создателей, там, например. Короче, пишите все в комментарии, кидайте ссылки на эти сборки. Смотрите, только не вирус, а то, блядь, это Джавид вас в очко выебит, нахуй. Вот, все, блядь. Это, короче, это ванал вас вот так. Ты еще тварищ, а? Давай, давай, до свидания, нахуй. Короче, вот так вот. Да? Что говорится, без вранья, без пиздежа, то коронавирус нахуй пойдет вон отсюда, блядь. Здесь ему нечего делать. Вот так вот, ребята. Я опять свои шуточки, приколы включил, ладно. Проснулся, доброе утро, как говорится, страна, блядь, уже шутить начинаю с утра, блядь. Ладно. Так что, ребят, вот так вот, ставьте лойсы, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Это отчетное видео, говорится, про Майнкрафт. Всем удачи, блядь, всем пока, короче, новый видос скоро, пока.